Здравствуйте, с вами NetGameRus, я ГКС Маринос, и мы сегодня с вами начинаем прохождение Black Ops. Call of Duty, конечно же, Black Ops. Суть в том, что, если честно, то Black Ops из всей серии Call of Duty мне не очень сильно нравился. Я больше предпочитал, не знаю, Modern Warfare. Держит компанию. Что ты хотел узнать у перебежчика? Нас тут держат в заложниках. Ну, давайте новую игру на высоком уровне сложности. Поехали. Очнись! Очнись! Где я? Где Резнов? Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты. Тебя зовут? Это вот наш... Где ты родился? Москва, персонаж. Россия. Ясно, на Западе так нельзя говорить, иначе вас сразу током ударит. Где ты родился? Москва, Россия! Шокером на нахуй. Ты служил в ЦРУ, в команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? А это будет, если вы скажете, что вы белый трансгендерный мужчина. Точнее, нет, белый цисгендерный мужчина. Цифры, Мейсон. Ты натурал. Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А как насчет Драговича? Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Мило. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Вот главное, знаете, вот у каждого периода есть вот свои атрибуты. И вот холодная война, реально вот эти вот все пыточные камеры, блин, с этими... Нет. Прям... Не дури мне, действительно, башку, блин, я видимо, знаю, это имело место быть эпизодами. Что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, залив свиней звучит, конечно, великолепно, но это реально историческая тема. Вот. После прихода к власти коммунистов на Кубе, Кастро и прочих, американцы высадили кубинцев, короче, те, кто хотел... Ну, свергнуть этот режим, вернуть себе обратно свою собственность. Кастро. Но все провалилось. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Утс. Если первый еще мне нравился, как-то Black Ops, то вот второй это вообще полная параша. Это Мейсон. Третий уже от Black Ops по факту ничего не осталось. Достал, что надо. От Cold War мы с вами пройдем следующим, и он хороший. Он будет мне здесь, понравился. На плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Какая цветастая женщина. Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Сака лос папелес. Ahora. Сальдете aquí, puta capitalista. Oye. ¿De dónde tú eres? Капиталиста. Я сказал, откуда вы? На нас смотрят. Жди. Ох уж эти кубинцы в 60-х годах носили форму 98-го года. Ладно. Вот вам за это. Все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карло. За неисторичность. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Оман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. О, как тебе подлочки пошли. А что так плохо, господа? Старик, прибью. Убери, давай вперед. Оман, заходи справа. Уже. Я не перезарядил. Все, у кого есть в руках пушки, в расход. Давай, не останавливайся. Меликана. Меликанец. Умри, меликанец. Сзади. Ой. Это было слишком... Бум. Всегда любил за это колду. Пацаны. Я нахуй тебя. Тут катсцены, надо быстрее двигаться.
Блядь, смотри как. Правая клавиша мышь, поехали. Левая клавиша мышь, поехали. А, надо удерживать. Ну, буксовка, у нас тут кино. Ну, конечно, если бы нам вот так вот таким бы плотным огнем стреляли, никакая бы то, что мы пригнулись, не могло бы. Либо эти купинцы ездят на этом автомобиле просто. У которых самые слабые бронестекла. Он сейчас вырвется. Мейсон, ты сбежал от ополченцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз. Скоро так же будет с работы, приходишь в таком состоянии. Работай! Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Я на самом деле не знаю. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся. Банал проблем. Кстати, мы зончики. Ну все, прирезали. Причем здесь еще более-менее прицел, здесь не коллиматор, потому что коллиматоров еще, насколько знаю, массовости-то не было. Все коллиматоры и прочая херня, она, короче, появилась только в наше время, там, в нулевые. Давайте фоллайзим вместо этого пистолета. Вы сами знаете, я люблю пистолеты, но я люблю те, которые я знаю. А СП я что-то реально так, пролюбил что-то записано. Ну чё, выходим, пацаны. Тихо, пусть пройдут мимо. Я бегу с винтовкой правой руки свободного мира. Боман, заходи слева, выдвигаемся. Инфинфиально это всё. Здрасте, пацаны. Привет. Я уже знаю, что я возьму. Сегодня нас ждет успех. Ладно, вот эта штука. Вот с этим вот это вот еблоломатель 2000. Да. Держаться вместе. Там 16 у вас какие-то очень странные, если честно. Спокойной ночи. У СРПК, русский СРПК, это прям уже вообще все, прям смерть. Не сомневаюсь. Давайте я обычную 16 возьму. Потому что здесь есть обычную, классическую. Ну что, пацаны, аниме? Заходим. Внутрь, пошли! У вас в окно улетел. Очень где. Я думаю, что... куски летят просто от людей нахер. Вот я понимаю, вот это мощь. Еще в магазин на 75, я вообще был бы счастлив. Так я вообще-то, блядь, вас стреляю, как вот сквозь вас пуль проходит, алло. До свидания, нахуй. Пошли мясо, да. А они еще этот не прошли, представляете? Вот опять же сквозь него прошли пуль. Похоже, сами не знают, что бомбят. Спокойно, мы побыстрее. Цель должна быть впереди. Вас понял. Я думаю, что если нас бомбили бомбардировщики, от этой усадьбы за 2-3 удара бы ничего не осталось.
Даем полностью огня, блин. У меня уже патроны кончаются. Покажите. Сам себе гранату. Так, приготовились. У нас времени в обрез. Ну. Поехали. Оба, гнездо пусто. Идем дальше. Что, пацаны, аниме? Сейчас Б-26 начнут бомбардировку. Цель должна быть впереди. Вас понял. Да дайте пройти, мне какие-нибудь припасы взять. Я что, виноват, что у вас вот такой геймдизайн, что, блядь, человек не может пройти, если хочет. Ну, чё, давай. История в наших руках. Пим. Катсцена такая. С вышибленными мозгами Кастро. Ну, я тебе сейчас постреляю, блядь, нахуй. Ещё Кастро на шпик будет. А ты как думаешь? Сторонники Кастро и есть фанатики, готовы умереть. Вот, цель поражена. У Карлоса проблемы. Они еле держатся. На них просела половина всех амбиций. Это означает, что будут мимо цели. Перехожу в главный коридор. Ладно, мы скоро будем. Вперед! Оба, заходи справа! Вас понял. Перезаряд очка. Ну, конечно, кубинцы, блин, в российской форме, где образца 98 года, конечно. Это круто. Нет, ну, может, они ее реально носили? У меня есть сомнения по поводу этого, конечно. Нахуй ты бегаешь под пулеметным огнем, дебил, блядь? Своим бьет. Так, блядь, сдохни уже, блядь, тебя пулеметом стреляют. Новенько. Ложись, ёб твою медь. Что скажете? Да, ДШК это плохо. Карлос, что у вас? Карлос! Толпа врагов. Вот они, над восточной стеной. Голуби вас по бедуму! Мои бойцы прикроют ваше отступление! Ну дай нахуй ружо. Вижу. А теперь к ходу, друзья! Благослови тебя Бог, Карлос! Скорее, на сахарную плантацию! Через ворота, вперед! У них до сих пор двигатель работает! Вот это живучий БТР, гранатометом подорвал, а все равно двигатель работает. Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил! Это прям из Рэмбо второго кадра. Без проблем. О! Вьетнамские миги в Кубе. Я не могу бегать, я не вижу. Да он реально не бежит. Мы не можем больше ждать. Блять, это прямое попадание по самолету. Я думаю, что вряд ли бы он выдержал. Только гранатомет в него попал. О да. Оу, детка. Нравится, деточка.
всем нравится, когда по ним стреляют из пулемета Кирюша. Правда, он бы уже перегрелся с такой пальбой в разные стороны. И чё бежишь там, слышь? Я тебе не разрешал бежать за мной, щекотать меня, дед. И все? Все коммунисты кончились, они вон, они еще собаки. Где? Ой, у нас движок горит, плохо. И двумя очередями мы, конечно же, взрываем всю взлетную полосу. Ну, все, до свидания. Спокойной ночи. Счастья, здоровья и всех благ, как говорится. Ты мертв. От наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Ты тоже. В камуфляже 98 года. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. При всем моем уважении к собирать обусы. Но они выглядят как НКВДшники из 30-х. У меня есть идеи, американец. Мне кажется, что агенты, которые работали на Кубе, они наоборот максимально бы были не похожи на русских. Это точно. Здесь русские даже настолько похожи на русских, не похожи на русских, насколько возможно. Просто настолько карикатурно это все выглядит. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Русский? Да, это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно-трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали, Боже, в Воркуте, Мейсон? Чего они только не делали. Я думаю, что если американцы бы захватили в Кубе, это был бы просто, знаете, какой огромный скандал. Хотя, может быть, их и захватывали. Кто знает. Ну, я думаю, это кубинцы. Ведь Кастро и Драгович работали вместе. Вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? Воркута. Но, с другой стороны, здесь же, типа, ему хотели мозги промыть. Так что, вполне себе объяснимо. Что было в Воркуте, Мейсон? Только это надо было заранее промыть ему мозги и знать, что он, блин, устроил здесь побег. Ну же, Мейсон, что они сделали? Вот это не сходится. Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова. Ты слабак, американец! Виктор Резнов! Друг мой. Персонаж из Call of Duty, вот этот вар. Давайте работайте, сволочь! Ты бьешь, русский, как баба! Или вы только через силу понимаете, собаки? Эй, сволочь! Вечно ты Резнов. Кобр похож, кстати, ремень похож. Фляга, то есть вообще к этому подошли весьма неплохо. Кожаные сумки. Каждый путь начинается с одного шага. Вот первый шаг! Такие люди! Мы возьмем Воркуту! Ура! Шаг второй! Спасаем наших. Семь!
Эти жопу разорву. Я думаю, такому чуваку грузить лучше не надо. Просто, бля, одним движением, бля. На самом деле, свернуть человеку шею, который сопротивляется, это совершенно нелегко. И я бы не стал грубить этому Сергею, на самом деле. Вообще бы не стал. Только если у меня бы было 2 ТТ в кармане. И то я думаю, что они его не остановили бы на первых порах. А лучше Макаров, конечно. Лизно, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый, покинутый. В Оркуте мы все здесь братья. Ну, к 60-м годам на самом деле такого уже не было. Вот подобное Воркута и так далее, это сталинские времена. 50-е еще. Хрущев очень сильно следил, чтобы это все закрылось. Так что это так, собирательный тоже образ, на самом деле. До свидания. О! Самый лучший пистолет в мире. Идем. Ваши люди понимают, что это форменное самоубийство. Победа требует жертв, Мейсон. Мы русские. Знаем это как никто. Да, хорошее слово. По-моему, вот эта штука это современная. Ну ладно. Не будем придираться к каждой мелочи. Мейсон! Сюда! Бегу. Ай-яй-яй. Ну да, Сергей, на тебя я не выебываю. Все хорошо, ты молодец, так и надо. Пихай меня. Сколько хочешь. Только голову мне не сворачивай. Здорово, пацаны. Где-то за тупом прячется собака. Здрасте, блядь. Не знаю, какое, я обожаю писать мотор во время жизни. Супер простой и эффективный ствол. Боеприпасики подберем. Я думаю, что вряд ли бы охранники бежали под пулеметный огонь. Это как минимум глупо. Ну что, мы все? Мы застряли? А, нет, наши. Пускают бомбу. Ура! Не отчаиваюсь. Никогда. Мы не остановимся! Мы не так усомнимся! Точно. Мы добьемся свободы! Да куда уже сомневаться, нас тут реально уже, блядь, просто всех экзекуцию устроят, всех повесят за такое. Так что в любом случае... Я открыл замок. Сергей! Сломай ящики с оружием! Мейсон! Иди на вышку и поддержи восстание на юге! Ну, пацаны. Товарищи! Время пришло выступить против тех, кто проводил... Ба, отлично. Руки полны. Сами души ради ее спасения. Мы сражались бок о бок против фашистов. Мы ползли по кровавой грязи, по безводным пескам ради нашей победы. Не ради наград, не ради славы, ради правого дела. Мы создали вместе, когда Берлин пал. Чем отплатили нам вожди? Вместо благодарности нас ждали подозрения и преследования. В глазах далеко не всех вождей мы были поражены
Не надеясь на спасение! Не надеясь на справедливость! Мы сходились в шахтах Драговича, пока плоть не начала облезать с костей! Мы смотрели, как наши товарищи умирают от болезней! Мы голодали! Нас избивали! Но не сломали! Сегодня наши жестокие, бесчестные вожди получили наше послание, товарищи! Воркуту охватит пламя! Увеличение распорядка в постом лагере подтвердилось. Ну, вперед! Оружие, товарищи! Скоро прибудет подкрепление для защиты главного села! Ну, не всех солдат там... Ну, сокращение было капитальное. То есть, они же пытались подтянуть 30-е к этому, но это немножечко неверно. Лашек. Здрасте, пацаны. Еще анимации, как бы оружие немножечко тупорылые в этой игре. Ну, не анимации, наши особенно. Вообще на наши не похожи. Хорошо, еще хорошего-то. Да, надо двигаться быстрее. Просто тот вертолет, он будет летать и меня мучить. Надо было сразу пробегать. Хватаю. Да вот момент. Клей. Вы говорите, Battlefield, да, у вас это? В багах. Быков с какого года? Что, класс с гранатометом? Давай. Какой же этот божественный акцент русский у русских людей. На тебе, блядь, подствольником. Знаю, как бороться с такими звездорасами, как вы. Пленных не брать, вы слышали приказ. Погибать, погибнешь так, нахуй. Ну что, не погиб, нихуя. Ну, а тебе, блядь. Блядь, погоди, вот чуть-чуть. А вот теперь надо действовать очень быстро. А иначе нас тут просто это так же зафокусит. Это я помню, просто когда проходил эту игру. Я сейчас напоминаю, что мы еще играем-то на сложном уровне, а не на легком. Я просто все время любил в колде высокий, потому что наиболее сбалансированный. Здесь враги еще могут мазать, а не просто стрелять каждый патрон тебе в голову. Потому что под стрессом ты не всегда будешь стрелять точно. Далеко не всегда. А под перестрелкой ты все время будешь под стрессом. Ну, машинку бы я подорвал бы. Так, блин, заряжен нормально. Прикрой меня! Я подражаю, зарядка! Прикрой!
Ты охуел, там, блядь, тебя это... Я, по-моему, своих тоже накрыл. Нет, этот чувак! Его убили. Здрасте, пацаны. Привет, пацаны. Где? Патрон не хватает. Ой, это свои. Не зарядил еще. Ты без проблем. Да, ты пулю мигрант, не должно быть хорошо. Да погоди, тут такой заруб вообще идет. Иду. Все, стало раскручены. Стреляю, блин, хомяку. Это ручной пулемет в Колыме. Я вообще не знаю, это явно американский подход, что в каждой в тюрьме должен быть миниган для расстрела, просто полить заключенных. Что, товарищи, не хотите, блин, социалистического? Вот вам, блин, социалистическое слово. Там еще перегревается? Ну, неинтересно так. Интересно, когда не перегревается. Такую ешь, просто всех уничтожаешь. Здорово, пацаны. Лизов, ты только и делаешь, что мстишь. Может, ты это, хотя всем простишь, как это, Бог велел. А коммунистам же нельзя прощать никого. Мстил одним, попал в Колыму, сейчас мстит другим, попадет в другую Колыму. Ебать, что пацанов много вылезло. Уж не по мне стреляли. Блин, патроны кончаются, сколько вас тут еще будет. Пацаны, дай пройти. Как настоящий офицер, иду в атаку с пистолетом. Все, у меня кончилось. Кончились все патроны. И снова меня там расстреливают. Они пускали слезоточивый газ. Было нечем Козли. Дышать. Мистер Резнов при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их ненадолго. Время на исходе. Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей Воркуты, лежит ключ к шагу 8. Свобода. Специально для нас. Самое главное, никуда не ебаться, я не могу. Причем через только два выстрела он делает этот заряд. Как странно, он не должен так вообще. Они даже тут напутали. Потому что это рычажный, у него один ствол здесь явно видно. А не два, поэтому. Рядом Резнов просто одну руку калаш держит на полном ходу на мотоцикле. Я понимаю, чувак.
потом Семин будет говорить, что игры ничего хорошего не будут. Ну, вот все. Качайтесь, блядь, чтобы можно было на них полном ходу с калаша стрелять. Сумасшествие происходит. А, бля. И трачит для что с нормы. Прыгаю. Там даже не какие-то непра, я даже не успел прочитать какие-то РСФСР какие-то. Кузьмин. На газике 51-м едет. Рядом Шушига. Ну что-то как-то он легко сдался, здесь можно было объехать это. После этого мы долго не встречались. Ну, я предлагаю еще одну миссию тогда. Собраны для этой части и на этом поможет. Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? А, ну все скажи, расскажи. Совещание агентства национальной безопасности «Приоритет-1» отправит Алекса Мейсона в Пентагон, Конт-Эхо. 10 ноября 1963 года. Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем. Секретарь Макнамара. Ваша репутация. Генерал, как вас там? На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович, кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. А то он нас смыло со стола есть, это вставлял в пути. Военная полиция написана. Мотоцикл. VIP. Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Когда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, можно ли тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Hello there. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак Вашингтон. Не мог выбросить из известные лидеры. Джексон. Причем Вашингтон два раза. Допуск Ариэль. Джефферсон. Вейби. Что-то мне он не давало покоя.
Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Я как будто Fallout. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Но здесь на самом деле частенько будут всякие исторические лидеры. Вот у нас уже Макнамара, Кастро. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так. Все, у нас в голове мы должны быть покухнуть. Они посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это. Ну все, надо сделать. Президент сказал. Боец ответил. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Ну, насчет ученых, по-моему, они уже к 60-м годам уже давно были в Германии. Григорий Уивер. Да, в 50-е годы еще. Он да. должен был повредить ракету. Но что-то сорвалось, Майсон. Потому что первая эти ракета советская, это Купер Фал-2 была. И двигатели реактивные тоже первые делали немцы, наверное. Так что здесь правда, но к этим временам, поскольку я знаю, уже немецкие ученые уже в Советском Союзе не участвовали. Это так, просто для исторических этих справок. Знаете, я, наверное, думаю, что на этом мы, наверное, закончим, потому что, я, насколько помню, она сейчас довольно большая, а мы уже, наверное, минут 40 с вами играем, поэтому давайте мы начнем это уже в следующей части. Байконур СССР, 63-й год. Давайте, да, наверное, на этом закончим на сегодня. Для первой серии будет достаточно. Дальше будет уже интересно. Так что, если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, на наш YouTube, TikTok, Telegram и Instagram. Ссылочки находятся в описании под видео. А с вами был Нат Геймрус. И я, ГКС Маринос. Доброго времени суток.